Всем привет! Вы на канале интернет-магазина Lampa.ua. Меня зовут Андрей, а темой данного обзора будет светильник из коллекции Caristos от производителя Egla. Обзор будет на примере светильника на две лампы, а вообще в коллекции помимо данной модели предлагается еще три вида светильника. Есть на 4 лампы, он тоже на такой же изогнутой направляющей. Есть на 3 лампы закругленной формы и бра на 1 лампу. Это светильник направленного света. Плафоны у него поворотные, их можно поворачивать, направлять в любую сторону. Он полностью металлический, цвет основания матовый никель. Источник света в данном светильнике это светодиодный LED-модуль. Это группа светодиодов, собранные в один источник света на электронной плате. А прикрыт он вот таким матовым акриловым рассеивателем. Гарантию производитель предоставляет 5 лет, поэтому в течение этого срока решить вопрос неработающего модуля можно будет без проблем, обратившись к нам как к продавцу. Назначение такого светильника это в качестве дополнительного света. В основном используется он как настенный, но также крепление позволяет использовать его и на потолке. Включенным выглядит он вот так. То есть, как я уже говорил, он направленный, поэтому поворачивая плафон, мы тем самым направляем поток света. Поток от него довольно приличный. Можем развернуть на стену. Светит он хорошо. Потребляет каждый модуль 4 Вт, а выдает около 30 Вт. Поэтому в сумме получаем 60 Вт от светильника в целом. Крепится он с помощью монтажной планки. Вот такая она. А размер ее 8 сантиметров. На этом у меня все. Кому понравилась данная модель, переходите по ссылке в описании. Приятных покупок. С вами был Андрей, интернет-магазин Lampa.ua. Всем пока!